Так, чё, пацаны, третья миссия. Крылья ангела, блядь. Значит, компания. Операция «Провод ангела». Организация, называющая себя группой «Феникс», захватила буровую установку «Петромеш» в Северном море. Они взяли в заложники команду и заминировали буровую. Ваша миссия состоит в том, чтобы разоружить все бомбы и нейтрализовать агрессоров. Хорошая работа в Конго. Доктор Уинстон полностью прошла испытание. Служба безопасности сейчас проверяет ее, так как она уже знает о нашем существовании. Мы могли бы также использовать ее как советника. Учитывая быстрое наращивание оружия массового поражения, я боюсь, что мы будем нуждаться в эксперте биооружия. Убедитесь, что изучили ваши досье о группе «Феникс». Эти парни – фанатики. Очевидно, что их цель – полное разрушение современного общества. Они видят себя восставшими из пепла, чтобы построить какой-то новый вид утопии. Если они заподозрят, что вы на борту, они взорвут бомбы. А, блядь, одно другой миссии не лучше, как говорится. О, назад, что-то правило. Вы будьте достанны надувной лодкой, да это хуй с них. Организации. Вот они, короче, шахтеры ебаные. Все понятно, блядь. Так уже стоит у меня тут штурмовик-разрушитель. Я, короче, разрушитель, ебать. А эти штурмовики, пацаны, нахуй. Ну, по 5 СД, да? Ой, тут уже все заебись стоит, нихуя себе нормально. Так, взять. Нет, все взято уже. Нет, троих человек должно хватить, точнее, двоих. Так, ну что? Хули только один отряд. Синий же, да? Браво, нахуй. Стереть норма, ебать. А не альфа, подожди, какую нахуй, браво. Так, разведка, блядь. Заложников тут нету, нахуй. Есть террористы, блядь. Пометки. Там у нас, блядь, что-то есть. Короче, понятно, блядь. Так, начать, нахуй. Да. Так. Н. Ну, пойдем, ебать. Копать. Блядь, надо что... Ну, хотя, в принципе, похуй. Камуфляжи, наверное, нормальные, блядь. Прокатить, нахуй. Ебать, тут еще надо всех убить, нахуй. Я заебусь искать тут всех. Так. 20 патронов пока хватит, похуй. Так, одного минусанули, хорошо. Ищем других, блядь. Конечно, по такой большой, блядь, локации... Я хуею, блядь. Блядь, туда вообще стрёмно выходить. Или придется? Очень неохота. Ребят. Блять, ну тут вроде нет никого, нахуй. Так, а это что за лестница, блять, куда она ведет-то? Вон там у нас... Минус второй, короче. Его сразу под... Под этот... Под утиль, нахуй. Каждый уголок осматривать, блядь. Вот эти вот тоже. Довольно опасные места, блядь. Так, одну бомбу нашел. Хорошо. Диффузим ее, нахуй. Одна бомба есть. Лестница наверх. Кстати, где вторая, может быть, пацаны?
Как вы думаете, блядь? Бля, какой коридор страшный, сука. Так, тут у нас закрытая зона, бля. Так. Сука, одни и те же, блядь. Локации, блядь. Тут что ли, блядь? Да нет, тут вроде нихуя нету, блядь. Это вниз, мне нахуй вниз не надо, как бы. Так, где вторая? А, вот что дверь какая-то. Блять, в этой части. По-любому, нахуй. Хуя ты взяла устойчивый какой, блядь. Надо смотреть сектора. Все, да? Ну, в принципе. Члены команды убитых террористов 7 завершено, завершено. Миссия успешна, написано на экране. Ну, это хорошо, как говорится. Да, продолжим следующую миссию тогда.